Молодежь Кубанской митрополии почтила память воинов Великой Отечественной войны большим крестным ходом. Ребята побывали на могиле разведчиков в районе церковного комплекса «Святая Ручка» у станицы Небиржаевской Краснодарского края. Подробности в сюжете наших коллег. Как всякое благое дело, восхождение к поклонному кресту начали с молитвы в часовне святителя Николая. Духовно-просветительское объединение «Архангельский собор», Михайло-Архангельского храма хутора Трудовеликовского, Екатеринодарской и Кубанской епархии провело крестный ход для приходской молодежи, казаков, казачат и школьников трех епархий по благословению правящих архиереев. 3 года назад у могилы разведчиков сержанта Петрова, рядовых Дробязко и Петрусевича, погибших в горах Кубани в 1942 году, был установлен поклонный крест. Это место стало объектом церковного попечения молодежи Архангельского собора. Традиционная историко-патриотическая акция «Георгиевское стояние за веру и Отечество» пришлось в этом году на Светлую Седмицу. Более 60 православных молодых людей, воспитанников воскресных школ, под руководством руководителя объединения протоиерея Сергия Рыбкина и благочинного Тимошевского округа протоиерея Виктора Савенко вместе с казаками-наставниками и педагогами прошли кресту 6 километров по каменистым тропам. Шли, чтобы отдать дань памяти воинам, сложившим свои головы на нашей малой родине суровую годину Великой Отечественной войны. Шли, чтобы возвестить нашим бойцам «Христос воскресе». Шли, чтобы самим почувствовать лишь малую толику того, что испытали они, воины Святой Руси. Когда мы поднялись уже в гору, видно было пейзаж, очень красиво. Вообще было там море видно среди гор, очень красиво. Ну, конечно, долго шли, но ладно, потерпим. У креста была отслужена панихида, и десятки детских и юношеских голосов громко возвестили среди лесных холмов: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Именно молитва о павших и соединяет нас. Соединяет духовно с нашими предками, отстоявшими в той страшной войне нашу красавицу Кубани. И мы были уверены, что рядом с нами незримо стояли погибшие солдаты, своей героической смертью эту смерть поправшие и радующиеся светлому Христову воскресению. Очень важно прийти православным людям на это место их подвига, как мы приходим к мощам преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, и вознести молитву, соединить небеса, соединить с землей. И как важно, что эту молитву возносят дети, ради кого они и положили свою жизнь. Сегодня я стал участником пасхального крестного хода. Я очень рад, что принял в нем участие, потому что, во-первых, это пасхальный крестный ход, и мы приносим известие о воскресении Христа нашим павшим воинам. А во-вторых, то, что мы помним и чтим память их великого подвига.